Ёбаный рот, блядь. Бля! Это камп! Кирюха ловится. Здорово всем, короче. Всем здорово! Бля, ничего не настало, у меня 6 битрейт. Вообще, вообще картинка приятная хоть чуть-чуть? Или хуйня полная? Ну я что сделаю, блядь? Мне хотя бы Таня пишет, все норм с картинка. Мне все написали. Все норм с картинка. Вот Джи написал. Топ Джи, блядь. Good luck, нахуй. Ребят, я ничего не успеваю, короче, смотрим. Короче, первая карта у нас. Ага, вот этот повтор. Ну, в принципе, имея подготовились так же, как я, к сегодняшней трансляции, так что все нормально. В принципе, классно, все четко. Ну, только они, у них было время, а у меня, блядь, до 30 минут, плюс еще интернет вырубился, нахуй. Привет, дорогие друзья, все, кто искал решение проблем пополнения баран-поинтов, я его нашел для вас, ребятки. Это у нас дорогого кейса, они усили, у нас магазин. По покупке Valorant поинтов. Когда приходит моментально, есть история заказов, где вы можете посмотреть свои коды, которые вы уже покупали. Заходим в новый кейс, покупаем, ребят. В связи с тем, что закрылось у нас Киви, мы там на помощь приходит в кейсик, ребята. Я с ними сотрудничаю давно. Все классно, все реально. Ребят, у меня, во-первых, первое, что я могу сказать, у меня плохое настроение максимально, да? Все, я выговорился. Ну так, чуть-чуть эмоционал. Верни прошлый ракурс. Я ничего не менял, братишка. Я просто... Я окошко закрыть, чтобы... Хочу плакать. На! Семена, блять. Хороший размен. 3-2, 3-1. Все, магнума, бля, в рот. Игорь, пикай! На, блять. Лайфгейм, нахуй, Игорь. Первый фраг дал, я в ахуе. Короче, во-первых, у меня 6 из бистрейта. Раз, два, три, нахуй. 6 тысяч мертвого битрейта, блять. Я передаю привет своему провайдеру. Ты сын шлюхи. С каким вкусом? Манго, манго. Манго, манго имба. Сейчас, подождите, я во-первых, я во-вторых. Дай посмотреть. Танюх, не успеваю. Короче, смотри. Так, 3-3 ситуация. Сейчас будет ульта. Дается ТПшка, вторая ТПшка. Просто нажал ТПшку, как фул ебанат на пенсине, красавчик. Ультует он, снайп. Прочекивает, никого не видит. Видео с Карой, со желтым. Два типа спине уже. Убили, блядь, Клаута нашего, Кирюху, блядь. Редгач. Худи, давай! Just too many bodies to deal. Саня, я не видел твое сообщение, перелепить не по-братски? Реплейстику не слушаю, хорошо, чат? Так, залетает у нас фасплит какой-то. Так, дайте мне, короче, Семена и все. Как-то не везет. Короче, чат, мне похуй, знаете, что я сейчас делаю? Вы сейчас охуеете, готовы? Готовы? Я просто вот так вот делаю.
Все, пусть она будет над моим ебалом, нахуй, вот здесь. Нахуй игру, давай все баннеры посмотрим, хули. Братишка, братан, смотри, что здесь делалось. Семенчик у нас с ножами, да, сдается у нас дрончик. Короче, все, я проснулся, я уже не в тирте. Томат Редгара ебнул. Флешка залетает, хорошая флешка. Семена, покажите, блять, минус Витиньо. Охуеть! Репорт. Короче, еще, знаете, что чат у меня произошло? Мне прислали охуенное кресло. Видите кресло? Нихуя не видно. Короче, похуй, я в ТГ сделаю тогда пост плюс кружок. Правильно? Правильно. Мне надо еще кресло добавить в описание. Короче, классный стрим. Тайм-аут. Короче, ребят, я хочу перекличку сделать. Кто из вас, чат, мои любимые подписчики, ждал меня эти все три дня? Вот есть люди, которые говорят, ты ебаный лентяй, тварь ебаная, почему три дня не стримишь? Есть такие вообще люди? Все, понял. Сегодня, с сегодняшнего дня, если я не стримлю, хотя бы один день, я удаляю канал. Семена убили ультой. Пошел у нас ретейк. Команда КС. ТП от Витиня. We can see that one player's even in the tube with the Vipers pit down. They're gonna find it hard to fight their way back through. Snake fight in. Toxin's running out. There's one kill for Hoodie, but the immediate re-aggression. It stacks up the advantage for KC. Cloud, oh, he's going crazy. He's popped it way late, and even then, in a one versus three, this was always I don't know how he survived, but... Что? I was kind of alluding to Martin killing him, but, you know, whatever. The other way around. А за что он Кирюху сейчас пропустил-то, ёпта? Ладно, я понимаю то, что, ну, меня нету в команде Giants. Короче, Giants, вы знаете, кого взять на место Худи? Это релакс? Да мы просто, мы все, это все. Все, ну, весь киберспорт будет наш, блядь, минус Семен. Ох ты ж, блядь. Ну, лайфгейм к ходу от Худи. Редгарчик по-братски. Плохой энгел, блядь. Ну, Кирюха, сейчас дрон будет отдаваться. Ой. Пизда. Ебать, СНТ. Нихуя. Ебать Магнум, вот это Инара отловит тайминг. Ладно, Семена не убивает. Шит, уже заняла мейн. Так, все, комментируем, блять. Все, побежали не под Б. Сайфер стоит в упоре. Стенка есть, камера, две трапы. Просто стоит в упоре на томате. ТП-шится у нас. Я не знаю, как Фитиня нажимает ТП, мне не нравится абсолютно. Минус один, сразу размял Семена. Ох ты же, блять, Сарат, жестко. He's already got his down. It actually might get him to the spike. He used it, but instead he goes walkabouts for a kill. The kill's found by the Viper on the other side. Nine. Well, on the defensive side, let's hope that's not the case for Giant X this time around. There's definitely going to be some challenges for them coming back from this scoreline. Все, мне дают поиграть. Это первая игра, это раз. Во-вторых, у тебя Фитиня на Юру, это два. В-третьих, у тебя Худи на Вайпер, это три. В-четвертых, у тебя Редгар на Сайфер, это пять. В-пятых, это первая игра, это 6. Пришел, взяли этих агентов. Не, план был, конечно. Worse odds than the first pistol. Есть ли разница 144 ГЦ или 240 ГЦ? И какую лучшую матрицу выбрать? Я думаю то, что первые два фильма. Godlight, ты здесь? Я же сказал, мне пока похуй на этот. Ну, ты понял, да? You know?
Типа, у Димы то же самое. Было. Короче, без разницы, блядь, какую матрицу смотреть, ребят. Как кто, кому какая матрица нравится? Быстренько, в чат, быстро. Первая часть, вторая часть, APS, TN, там, я не знаю, хуен, блядь, Full HD, блядь. Вот все пишут APS. Бери APS, короче, все. Я за тебя решил. IPS 240 Гц монитор купи, и все. Giant X are rotating away from this. They go, this is the room. Well, this pretty much puts a pin in this one. The question is, how many orbs can he get for himself? Nah, that's already two, and the third with his death. Not bad. Farm them up. Жалко, что никто, кроме тебя, не скримит. Ты реально заебал? За что, блядь? Алло? No surprise to see the round going the way of KC. Короче, знаете, какая у меня проблема? Чат. То, что у меня периодически переподключается. They could still win this, and with the way they've been playing, I wouldn't be surprised. There you go. You were saying that's a first already, and brave to stick around. Vitinho now down to 30 HP. Must have been a tag through the wall, otherwise he'd be 10. Блять, Семен уже ёбнули, пока я пошел. Алло? He's holding on for dear life. Меня вырубает и подключается заново все мони, все два моника. Алло. Меня слышно? Very aggressive push leaves them blindsided to Fitinho's attack. Even still, though, he's only good for the one. Cloud has to do so much more. The damage done to Tomasi, though, 38 HP. Shock dart through Magnum. А что это за хуйня? Ну, ёб твою мать, блядь. It's gonna be Tomasi with an outlaw in hand. Only one player that's one shot to him. Spike still to be planted and 30 HP himself. Still a shock dart for Cloud. As soon as this is tapped, that shocky's on the way. Так, у нас свапает гад, томат. На, нахуй, минус один. Ебать, томат ловит тайминг. Но не увидит, но знает тоже Клауд? Не, похоже, не знает. Ну да, Клауд выигрывает. Либо... Дрова можно попробовать дернуть на видяхе. Так я видюху, я последние дрова поставил на видеокарте. Попробуй плашки оперативки поменять местами. Чё ты жжешь, мне помогло. Как оперативка с монитором связана, братан? Какой момент они отрубаются? Вот, Вась, я сел на стул, произошло землетрясение, у меня вырубились моники, я ничего не трогал, нахуй. Провод отошел! Он отошел, а потом подошел. И комп сам включился, монитор. Это флешка на рад. Пити не убивает его. Так моники выключается, если не дергать мышку. Братан, здесь GX, блядь, сейчас большинстве въебут раунд. Редгар остался один. Redgar's alone. The information now finding its way into the hands of KC. There'll be no element of surprise for Redgar's side. They'll take the fight. I love the reposition. I love the way they drop the wall to take a 1v2 fight. На другое кресло пересядь. Скорее всего, в нем проблема. Possible, привет. Короче, у меня почему-то периодически мониторы переподключаются. И это связано не только с мониторами, это связано и с наушниками. Ну, со всеми девайсами, которые там подключены. Старое кресло подаришь? One or two.
Куда питание подключено? От компа питание напрямую подключено, от монитора и от к удлинителю, который тоже напрямую подключен к другому. У меня здесь три розетки подо мной. Just wants to be here for Redgar to fight with him, and he picks up one for his trouble, a second as well. Это материнка? They weren't ready for Fatinho, but he needs to do so much more still, waiting to see Shin's head, but it never comes. Never crests the horizon. DP, кабель, другой слот, видеокарты, удлинитель, другую розетку воткнуть, пробовал. Ты, блять, ты вообще здесь? Я говорю, это со всеми девайсами происходит. У меня, когда вырубается два монитора, у меня вырубаются наушники и клава, и мышка просто из-за того, что комп нормальный, у меня все за полсекунды происходит. Семен, один в один. Bait Martin into open combat. It'll be the tap and the hold thereafter. But Martin's wise to it. He's just playing with the clock, running down the timer. О, ну бля, это даже не убить, это очень жестко. Дэн, тебе надо отключить автопереключение на подключаемое устройство в настройках. Каких настройках, блять? У меня то же самое было, один в один. Звук отрубается, валик отрубается, два моника тухнет. У меня ничего не отрубается, Вася, у меня просто переключаются все девайсы резко. В каких настройках это надо сделать? Редгар и Пурпа по 5 сделали, хватит? Ну, похоже, блядь. Ну, первый раз миночный, короче. Коврик Рикетта охуенный. У меня была такая же хуйня, помогло сетевой фильтр купить. У меня дому, блядь, год... два, нахуй, два года в этом дому. А, короче... Если у тебя все переводится автоматом, запятая, вот по звукам зайди сюда и отключи моник условно. Есть, ну, а можно реально, ну, типа, можно отключить моник реально, получается, и условно, да? Это все как, ну, с тюрьмой, правильно? Есть условный срок, есть реальный. Ладно, второе сообщение читаю. По монитору тебе нужно в таких же настройках зайти и поставить распределение мониторов. Отключи в устройство вывода монитор, как на скриншоте. А-а-а, ёб тудей нахуй, реально, лёу. Подождите, чат, сейчас. Я еще, знаете, о чем подумал? О том, то, что вы ебаные тупые мрази, которые пишут F, это во-первых. Во-вторых, то, что Семён... у нас всегда на первой карте, ну, типа, ну, разминка, поняли? Типа, не одупляешь, you know? Вы решили провести ритуал мониторного шаманства, да. Я еще решил себе приготовить еду, потому что я не хаус сегодня ни разу. Энза импрувнулся в этой замечательной игре. Энза? Типа, играет в эту игру еще до того, как Valorant, в принципе, ну... У него, получается, была бета-бетки, поняли? И он до сих... Ну, он просто сал, он просто слабый, и все. На самом деле, знаете, что понял? То, что Игорь, вместо того, чтобы играть в Valorant, он, во-первых, себе сделал виниры, во-вторых, себе сделал мьюнинг, в-третьих, сделал себе наращивание волос. Короче, он просто в фэшн ушел, я знаю, я понял. Я бы давно бы уже хуесосил бы его, как Саул. And a much faster play towards this B site as the plant should be coming in fairly soon. Так, у нас заход. Пачка ставится. Они не пофиксили, кстати, звук. Смотрите, чат. Давайте я у вас раз и навсегда спрошу, на каком проценте звука мне смотреть игры. Вот, например, я делаю вот так вот. 34. Нормально? See how they make this work. This is something that Casey almost enjoy. Getting into these post-plant scenarios. They now have that KO as well, which is gonna Так, у нас пошел ретейк. Блять, минус все остался у нас. Понял. The HUD can't even quite believe it just yet. It can't keep up, Tom, and I don't blame it, considering how things have been going so far. KC, like we said, we expected a quicker pace. It's nasty to see that B setup as well, though. When you play retake on this site in particular, it is so difficult to swap up the setup. У вас полутер стримит, конечно. У нас залетает Мартин сайт, знает то, что типы в сайде, пытается здесь его размасить. Клау промахивается шоковый, пытается как-то подмасить. Худи делает большой стрейп, Петин его разменивает и остается
сейчас у нас один Семен КТ с шерифом. АЕ отдал ему бэксайд. И что ему остается делать? У него, кстати, точка стоит. У него, получается, сайз 0 у точки. Сайз 1, точнее. 1-4, ну, как будто Семен это берет просто, реально. Семен как будто бы это просто сейчас разъебет. Ладно, отходит он назад. Взад. Семенчик. Семенчик. And it's not going to be happening. Nuri is going to add him to the death toll, getting ever closer to Thrash as well. From GX to почему я? KC, you're here to test the mid control with a straight up blitz, a paranoia, and a dizzy used. So much space claimed. And KC now, they have their way with the A site. Redgar is isolated. If anything, they turn their back to kill Purple as well. And where does Redgar go? Они могут пикать клоу, нет. Ой, Редгар двоих убивает, и ситуация 2-2. Есть дрон у нас у Клауда. Так, дается у нас. Камера. Над бачку, мне кажется. Не, они просто ульту в КТ дают. Oh, but it didn't really make it that far around the corner. That's not retrievable. Thrash here, a glorified recon drone. It buys them a little bit of time, but there's a drone on the other side. GX will claim back that space, seeing one, but they didn't see the player close. It was destroyed too quickly. Tamazi has the jump, but he loses the fight. And Narrate's now alone. He's good in these positions. Clutch in. Ёбаный рот, блядь. Короче, чат, я понял. Кармен Корп — это команда, которая отсосет все турниры в мире. Интернациональные. А в МЕ будет всех убивать. Чтобы они поехали на турик. Ебали 0-2, а нормальная команда, которая может интернациональные игры, ну короче, блин. Какая команда GX? Ну, Fnatic, братан, вроде хорошая команда, нет? Will be a question of damage. Even this early, a lot of KC players have low credits, and here comes GX, their chance now to make this costly. Good to start. 2-2 trades and keeping players close for the spike explosion. If it even goes off. In fact, Fatinho's got three in just about enough time. Tamazi needs to be quick, getting out of this smoke, and he's hit the diffuser. He might just have won them this. А время есть. Бля! Oh, that's so disgusting. Семен, еще, еще! Хорошо, Хорош, Семен! Я посмотрел на Семена, мне так приятно стало на душе. Scratch the surface, but now, right? Okay. Я как будто потекла. For KC, a Rolling Thunder still online. A cloudburst as well, but nice. I was going to say no chance to use the Rolling Thunder. Now, right, actually had a little bit of a whiff. Patino a little closer than he was expecting him to be, and these pistols now left for walkabouts. Magnum won't find the space. Shin will be left alone, and with the spike down, it's not really a chance for him to get out of this one with a win. No, it would basically be down to. Damage. Can he do anything? Can he remove some weaponry? And you could see Giant X all grouped up. Так, Семен? Да, конечно же, у него реакция получше, чем у Клауда. You already have yourself the majority of the players rotating over on the other side of the map. Так, собачка. Set up and ready. Now the Thrash is at least going to come to the utility, but actually sending it forward. Постовый ретейк. Ой, минус сигарь. На светине. Моли, быстрая песень еще одного убивает. Томат разбирает в пути. Ну здесь на рад спине уже. Ну здесь Семенчик и песень минус 3 дают. Семен и Кирилл. Вдвоем. На раз. Хорошо. Это камп. А? Что ты? Выстрелок не переводите? Залетает. Ебать, ну Клауд убивает Мартина. Худи ультует. Дальше пикает, убивает еще одного. Размен здесь, еще Клауд убивает второго спа. И остается ситуация 4-2. Два красных игрока. У команды КС Шин 24 хп на раз 2, 54. 3-2 ситуация. Пачка есть. Пачка будет ставиться, скорее всего. У нас на точке Б. Три игрока из команды Клауд у нас будут ретейка. Дается стан КТ.
Двое встанет, но не идут, потому что дается смок у нас в линк. И уходят они в Б-сайт. Ой, здесь Cloud9 у нас. Cloud9, блядь, короче, GSX, RSX. Ой, и таймик ловит, идут под А. Ну это будет хороший ретейк на самом деле. Один вандал, один фантом. Но хп-то, хп-то они такие. Они такие медленькие. Now being in mid, they will be able to, well, they should be able to hear what direction they need to go in. And the main thing for Giant X is that they don't get caught off guard. They don't make a mistake. Вы фанаты Giants, получается? Вот все, кто написал я. Так, на самом деле осталось у них 20 секунд. We'll see. I mean, it's going to be down to blind luck. Пизда. Пизда. Spam wins. It's not always. Пизда. Defuse underway. Out of bullets. Spray from Shin. А как вы? A few bullets connect and Narek closes it. They gambled this round on spams through the smoke. Oh, no. Это я на самом деле сначала подумал то, что это КС в смок. Но когда посмотрел с перспективы КСов, то это был смок Редгара. Да, я видел. Я просто сначала подумал... Тайм... все. Смотрим. Будут заниматься не АБМН. Пятером здесь стоят. It looked pretty decent on the last. It looking fantastic at the moment in this map. Cloud с ультой, поэтому они играют full retake bam. Дает сахаешка, дается нож бэксайд. Сломали одну трапу, вторая трапа, смотрите, прикольно стоит перед маркетом, но они просто занимают, ставят пачку и будут играть. Ой, идеально! Пачку не поставили, приходится Мартину ставить пачку. Клауд ультует. И ульта сразу от Кая. Вы прикиньте бы ульту просто заебашить в мейн. Хорошая флешка. Питиня, Питиня уворачивается от флешки Гека. После этого можно, в принципе, не думать о его уровне игры. Можно сразу кикать. Семен... блядь. Убейте не Семена, пожалуйста, спину. А, ну и вот. Шин убивает без шансов. Maybe that trade would have changed the course of this entirely with the players in main. 80 HP, 30 HP. They just needed that extra gun in the fight, but they couldn't get it. Do we have a rule that we're not allowed to show Shin multifrags live in the round? Because, like, before it was a giant. Chat, хотите я после этой карты перезапущу стрим? С 8 кап битрейт, у меня интернет все нормально стал. Far in the lead once again. Now this has been one of the major successes. That aggression coming out from Purpo spots nothing but gets them info. Похуй. Ну тогда завтра будет уже. Просто вырубить. Короче, дается у нас ретейк ранее хотели сделать, но не получилось. Бить бэксайд, на рассайд пачку, Шин. Ой-ой-ой, Семен уже минус 2 дает. Хорошая ульта. Что, блядь? But he's caught Redgar in the end. Bought some time, perhaps, for Tomasi to come up and find this quick kill, make it more awkward. But he's left in a 1v2. Tomasi to do it all. Kija. He's down right underneath his nose. He's going to go for the spams instead, but they're off it. They're willing to run down this clock. Ебанешься. Семен минус 3. Ох ты ж. Ну это нож, это нож, это нож. На, блядь, все это GX, блядь. На! Вот это Семён! Вот и все, блядь. Гандон, ты так долго-то не стримил, почему? Ох ты ж, блядь. Слава богу, там запретки не было. Как выглядит Пурпа? Magnum quickly claims control. The retake on the backside, though it's spiked down now under their control. Giant X might have something to work with. They know the Purpo's here. They know the site is lost, at least they're spotted. На, нахуй, Худи убивает, Клауд разменивает сразу. Хорошая, блядь, Клауд еще на одного хватил его. Нарат убивает, ну и Худи 1-2. Покажи! Ну на что это? Ты достоин или нет? Хорошо, блядь. Спасибо за 150. Почему давно не было стрима? Вчера не было стрима.
Почему вчера не было стрима чат? Вчера что было за день? Я уже забыл. А, вчера, ребят, мне надо было по делам, плюс больница. Позавчера у меня интернет лег, а позавчера, хуй знает, что было. Я уже забыл. Он ленился? Как я могу лениться, если у меня сейчас такой режим, то что я, в принципе, спать не могу нормально. Я по 2 часа где-то сплю. Максу. Это мой Максу. Что ты пиздишь, что вчера с Реком играл? Я вчера с Реком пошел в 9 часов, потому что он мне написал. Просто. Ты вчера Доту хуярь разбоевал? Вы что, ебанулись? Это не нейросеть нам. Так, минус у нас Мартин. 4-4. Ray also looking to push in. He did damage early in the round to Cloud, keeping them low, but this death ball. Ну, сил нету, блять, звука нахуй в этой игре, блять. Они знают то, что у него 20 хп. Там Ратли будет. Ох, НТ. Надо было, знаете, как сделать? Надо было ЛКМ и Ратлик сразу. Что? Ты за что обманываешь свою аудиторию? Карпов, я никого не обманываю. Я за свою жизнь хоть раз чат вас обманул? О, за все время, как я стримлю. Я считаю, я самый... Встань на секунду? Зачем? Мы за стул спорим. Лучше сиди. Танюх, ты чё, блядь, пишешь такое, я не понимаю. Минус модерка, Тань. Мы просто вчера с Елексом занимались сексом. Ебать, Клауд троих с классика убивает! И Редгар хорой... Бля... Ну здесь Пурпо! И Клауд нахуй! Кирюха ловится. Вчера самурай сказал, что скоро трек совместно запишете тру. Фолс. На нахуй, минус томат. Семёнчик сзади, отвечаю. Найс. Хорошо, Игорёк. Ну за что Семёна там? А, ну там арба, нормально. На арбу играл Семён. Tamazi is playing the retake. Part of the plan from the get-go for Carmine Core. And if they do go for the post-plan, you've got a showstopper on Martin. Ну, ребят, я вам, конечно же, напиздел, блять, как нормальный человек. Клауд убивает Томата. Ну и все, ребят, GX-то, блядь. На Санцете-то ебут на призе-то, они просто за 3-2 шили. Бля, на самом деле, я понимал, я видел то, что Игорь и Кирюха и Семен, они просто на веселе были. Тут как бы понятно то, что... На этой игре они нормально подняли, так сказать. Они на плюс 2 просто, да. Легалайз. В Германии. Сколько там? 0.25? Плюс вайби, да, сразу? Все, кто в Германии сейчас. Как же оператор влюбился в Пурпа, конечно. Они с ними, ну... Ты талантливый исполнитель? Пиздобол. Я не талантливый, я гений. Между талантом и гениальностью большая пропасть, понимаете? Бля, вот если ты игру читаешь, то же у тебя колы на ставке полная хуйня. Я на контору работаю. They did damage too. Purpo down to 40 HP. But all that utility coming through, the spams as well, it scared them. GX though might not be changing direction. На Семёна разменяли, 4-4. Changing their approach. As soon as they hear that util, the wrap is back around. The players move to the site. Magnum good for one. Showstopper's caught another, and this has slowed down the push from GX, but still the man advantage. The plant needs to come through. Это не дебют.
Это дебаф. Again, I don't mind the initial setup that we saw from Giant X. They were passive, they were patient, they were waiting for their opponents. But this time KC were just happy to stack up a site, get the read right initially. Не, Семён красавчик. Семён легенда. With a quick play. Вы нахуй этот клип сделали, блядь? Твари нахуй. Потом Семён его, да, скинете, да? Хуесосы. Боже, блядь. Тань, ты на стриме была? Ты можешь меня затефать потом, если... Ты еблан, кстати, мне это Модер пишет, представляете? А я думал, то, что мы... Этот... Встречаемся. They were definitely unaware. KC, though, так, ну у нас ретейк. Блядь, Семёна смог наебали. Клауд. Хороший. Клауд. Бля. 9-9. Ладно, смотрите. Сегодня игры, завтра игры, послезавтра игры. Это 3, 4, 5. 6 марта. Хотите? Чтобы я сделал со... It looks like we're going straight back in to what will be this B-side. Set up immediately for a read. Ёб твою мать, блядь, и Семёна и Игоря просто смог хуйнул. А, я понял. Ну вот так вот. И без шансов. Томат, который приехал на Мадрид. И за 5 карт дропнул 50 килов. То есть каждой игре по 10. Петиня 19-12. Клауд 18-10. Пурпа 16-10. Пурп убивает Магнум на миду. А вот и все, ёпта. Семён опен дал. А может реально худи было некомфортно играть на инициаторах? И сейчас он будет проявлять себя хорошо. Вапуин! Самая лучшая контора по пополнению. Еще есть Решип, ребят. Баннер в описании. Еще Торнадо, ребят. Манго. Торнадо-манго. Заебись, классно, четко, натуре. Пизда. Ну, блядь, они все смог убивают, блядь. Анлайкена. Ой, и Томата. Блядь, у меня две пули. Ой, блядь! Нарад просто двоих смог уебал. Алло. Короче, на Б не ходим, алло. Игорь. Если меня слышно, прием. На Б не ходим, блядь. Можешь подсказать, норм ли играть с сенсой? У меня ковер 900 на 40. Вообще лучше без ковра играть. It'll allow them to still get them when they come through. Of course, the flashes you're expecting to see. Nate gonna slice. Так, залетают они под Б, опять Семёна простреливают. Блять, я не понимаю, как выйти. Здесь уже 4 игрока. Ну, мы продолжаем на Б идти. Тренироваться. Ты видел, кстати, как Эриган сыграл в финале мажора? Ребят, я специально, если пройду на финал Чемпионс, на трех картах по нулю дропну, чтобы вы, сука, свои псапки въебали. Так еблан, все против тебя будут ставить? Так еблан, я дропну тогда 50 нахуй. На первой? 50 на второй, мы будем выигрывать 2-0 такие. Блять, это ебаный гений. И на третьей просто вы ставите на меня, я просто 0 дропаю специально нахуй. И все, блять. Как ты это поймешь, еблан? Братишка, это называется психология человека. Ого, блять. Ты в ММ 30 даже тропнуть не можешь. Серьезно? Не знаю, ребят. У меня есть... Блядь, Магнум убивает Семёна. Бетиня разменивает. 3-2. Клауд топнул, знает то, что он Макс в линке.
Они на старом патче играют? А, не, они играют на новом патче, но Клов недоступен, потому что там много багов с ней. И она не будет доступна еще, так, я как понял, 3 недели. Слаут. Enter. 2-0. Really? You're 14, you got another one. Put your feelings to the side.